Итак, Максен, твой агент говорит, что ты популярное имя во взрослом кино, это так? Мне интересно, всегда ли ты хотел этим заниматься? Я всегда хотел быть знаменитым. Если нужно прочитать сценарии, которые мы тебе дали, продолжай. Она поворачивается к камере и через свою травму. Выступает перед объективом. Перечисли 5 знаменитостей, начинающих в ужасах. Джон Траволта, Деми Мур, Шилд и Макс Минкс. Я не люблю ходить здесь, с чертовым парнем, ночным сталкером, ужасающим Лос-Анджелес. Я могу справиться с собой, спать с каждой девушкой в Голливуде. Мой работодатель очень приходчив. Последние 8 закончили с тобой. Он будет продолжать стучать в твою дверь. К несчастью, еще одна жертва ночной звезды. Знал 3 убитых за 3 дня. Был бы испуган, что ты скрываешь, Максим. Если я тебе что-то скажу, у нас есть конфиденциальность. То, что ты делаешь, это определяющая роль твоей карьеры. Что бы в твоей жизни ни происходило, подави это, я намерен, Макси. Ты фильмовый шторм.